Привет, ребята! Привет, это у нас будет распаковка. Ребята, вам будет страшно, и тогда убирайте своих домашних животных, которые будет вам стрёмно. Будет это не просто хищник, а смертельное оружие чужой. И что ты получил в подарок? Это чужой, да? Ну да, здесь даже написано внизу 20 век Фокса. Это как будто бы студия снимала этот фильм. Ага! Ой, какой классный, ребята! Это от фирмы Нэпа. Тима так хотел, так мечтал, и мы с дедушкой подарили ему чужого. А мама сейчас его привезла, получила посылку. Итак, распаковочка. Тимочка, давай открывай его, и мы покажем ребятам. Не спеши, спокойно. У тебя очень большие ножницы, чтобы не пораниться. Режь спокойно, ты можешь справиться? Или тебе бабушка поможет? Не получается. Вот тут надо резать. Подожди, давай посмотрим, как же он распаковывается. Ничего себе, такая упаковочка крепкая. Но очень охота посмотреть. Сейчас мы распакуем, разрежем, ребята. Так, доставай. Ребята, я вам хотела кое-что сказать. Убирайте своих домашних животных, и будет очень стрёмно. Будет не просто их, будет да? Не какой не же он? А смертельное оружие чужой. Ой, покажи. Ребята, гляньте, какой. Это чужой. Ох, какой он классный. Давай, доставай его. Доставай. Так надо тут проволоку обматывать. А, проволоку. Ну, надо поотматывать. Надо ребятам полностью показать. Смотри, она хорошо крутится. Вот так крути, как разматываешь ее. Вот видишь, как бабушка. Получается у тебя? Да. Супер. Вот мы размотали. Давай, разматывай. Так, ребята. Ой, сейчас супер. Вот такая игрушка у Тимофея. Ну что, доставай. Не томи. Классный. Так, и пчела прилетела посмотреть. Улетай, пчела, не мешай нам. Доставай. Супер. Надо и хвост. И хвост отматывай. Давай мы пока без хвоста пока. А, я поняла, он еще прикреплен. Смотрите, ребята, какой. Слушай, у меня как-то чертика напоминает с таким хвостом. Но у него на хвосте даже шипы. Это у нас трутень чужой. Ага, спокойно отсоедини, не спеши, чтоб ты не поломал. Отлично, ребята, посмотрите, чужой. Это по фильму 79-го года чужой. Класс, какой классный. Да, я ребятам хорошо покажу. Смотрите, какой у него длинный хвост, ноги такие, прям как у человека. Ну да, морда. А это лапы динозавра. Смотрите, какой он классный. Я руки. Я вижу, что у него лапы динозавра. Руки движутся, да? Ну да, а вот это у него спинные трубки, которые из них он дышит. Ага, супер. Даже можно вытащить. Давай ближе ротик. Покажем его. И ротик открывается, да? Да, и можно даже вытащить что-то у него в пасти. А, ну, может, там зубы? Нет. О, язык, ребята, смотрите. Тима вытащил язык, покажи. Вот такой язык у него еще. Тимке так интересно, он только получил эту игрушку. Как он ее ждал. Мама просто летела, летела даже, сюда даже на дачу везла. Даже может даже ползать. Я мам расскажу. Что у него жизненный цикл. Сначала королева чужих откладывает яйца и вылезает из яиц лицехват, который он обматывает человека и оставляет в организме человека эмбрион. Потом лицехват он выбирается с лица человека и умирает. Потом человеку случается что-то с животом не так, и это грудолом вылезает наружу человека, и человек погибает. И это, что грудолом он вылезает, он и потом вырастает в такого вот ксеноморфа, стрёмного, трутень или солдат. С
солдаты, они выглядят немножко больше трутней. И ножки сгибаются, да, Тим? Ну да, дальше. И ручки, да? Также есть даже королева чужих, которая она откладывает яйца, которые ей остальные ксеноморфы без не лично подчиняются, я хотел так сказать. И даже есть даже другие чужие, но которых, не знаю, там им очень много видов, у чужих. Даже, знаете, ребят, чужой это инопланетянин такой вот стрёмный, который он даже может быть и противником хищника. Но хищник, он слишком выглядит иначе по-другому, в маске и такие волосы на маске, а чужой такой вот гребень у него стрёмный, и это, а вот это у него провода. Класс! Какой он классный! Ребята, я даже сама не знала, что он такой классный! Такая необычная игрушка. Так, а что там с ртом? У него рот на проводах, да? Так. А хвост такой длинный у него. Шипа. Где-то на кончике хвоста есть даже шип. Ну да, шип это очень здорово. Он мне напомнил фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Там был черт, ребята, если кто-то из вас видел этот фильм по Гоголю. И вот он мне напомнил этого черта. У того черта был тоже очень длинный хвост. Это вот эта его груда, клетка у чужого. И также он может ползать. Но также есть даже чужие, которые могут бегать на четвереньках. Это который он из животных оставляет лицехват и вылезает грудолом из животного. И появляется бегун чужой. Но он меньше других чужих. И даже у него отсутствует у бегуна чужого таких спинных труба. И он тогда ничем не дышит, только он такой ленивый тени бегун, и он меньше других чужих. Понятно. А кого ты еще ждешь? Какой подарок? Годзилла. А что за Годзилла к тебе приедет? 14-го года. Ты такого захотел, да, теперь в коллекцию? Да. Но теперь у тебя в коллекции будет чужой. Вот такой это чужой. Это снималась студия 20 век Фокс. Вот, ребята, видите, вот здесь даже написано к студии, что фильм снимала 20 век Фокс. Класс. Вот такой чужой, ребята. Мы вас познакомили. И, возможно, мы еще раз вам его покажем. Правда, Тимка? Да. И обязательно покажем нового Годзиллу 2014 года, ну, да? Ну да, а то был отец Дагон на Годзилле. Да. А теперь пока-пока, ребята. Пока-пока-пока-пока. Подписывайтесь на канал Тимофея, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.